Здравствуйте, дорогие друзья, с вами опять я, Клавдия Корнева. И сегодня я вам покажу, как приготовить хлеб с добавлением гороховой муки. Гороховой муки у нас 200 грамм, 250 пшеничной, это все просеяно. Значит, я соединяю муку одну и другую. Далее, что я делаю? Мне нужна чайная ложечка. Я добавляю сахар, одну чайную ложечку, соль, 1/2 чайной ложки сюда, и дрожжи, 2 чайных ложки добавляю. Дрожжи быстро растворимые, сухие, вот, 1 и 2. Вот, здесь как раз выходит. Значит, все перемешиваю хорошо, все сухие это ингредиенты наши. Еще нам 250 миллилитров теплой воды. Я уже ее приготовила. Цвет такой красивый получается, видите. Значит, сюда я добавляю теплую воду. 250 миллилитров. И 3 столовых ложки растительного масла. Ну, какое у вас есть, такое и добавляйте. И замешиваем тесто. Замешиваем тесто. И накрываем и ставим, чтобы оно подошло в теплое место. И вот видите, какое тесточко получилось. Все я подобрала, все комочки. Тесто не липкое, но вот как бы вот так вот оно немножечко такое, ну видите, как бы к рукам немножко прилипает. Значит, я опять в миску накрываю и в теплое место, ну минут на 45, даже на час. И вот тесточко я уже достала, обмяла его и буду выкладывать на противень такой, и пускай подходит на противне. И заранее сделаем надрезы. Примерно так. И вот я уже достала из духовки, разрезала. Посмотрите, по структуре более плотная, конечно, чем полностью пшеничная. Но так, интересный хлеб.